А сам я точно так же ставлю точку опоры, приложение теперь уже даю в локоть и вниз. И здесь дорабатываюсь. Так, еще раз посмотрите. На том варианте, когда вы идете ногой, вы должны обратить внимание, чтобы вы опрокидывали его тоже назад. Потому что если вы его начинаете вращать, то он просто переступает и становится хорошо. А вы должны его настраивать. Видишь, вот это было? То есть у него получается очень большой рычаг здесь в локте. И он как бы не может удержать инерцию. Вы даже в конце можете локоть еще ускорять туда вниз, чтобы он убивался у нас. Времени мало, поэтому будем идти немножко быстрее. Такое заход. Первое, что делаю, освобождаю вертушку. Локоток вперед и начинаю падать. Куда задница у меня направлена, туда же я и падаю, выбрасываю ножки. Здесь становлюсь на пятки и на голову, накатываюсь на него, дорабатываю. Освободил. И важно, не назад падать, а как раз под углом, на пяточек. Оп, сразу на него. Да, довернулись, удар, удар, удар. Еще вариант, если у вас рука оказалась сзади, вытянуть ее здесь тяжело. Вы здесь освободили, за таз его взяли, за таз тянете как бы вниз винтом. И в этот момент вылазите, когда он начинает падать, вылазите сверху и дальше то же самое. Важно потянуть. Вот он стоит перед собой, я кому-то держишь. Я беру за таз и вниз. Беру за таз и винтом вниз. И в тот момент, когда он падает, важно, чтобы вы успели вытащить руку. То есть, смотрите, я его за таз потянул и сам чуть подседаю. И в этот момент высовываю ручку и падаю до света. Локоть будет точкой, вокруг которой вы будете поворачивать его кисть. Становитесь на пятки, на голову. Головой начинаете катиться, искать, тащить ему лицо. Рукой находите лицо и вращаетесь вокруг своего локтя, наваливаясь плечом на захват. Видно, всю массу вешаем на захват. Здесь отвернул. Сразу ножки. Уже бью и плюс можете на ручку за ночь. И ногами уже пропал. Еще раз смотрите. Зафиксировал лоб. Становлюсь на пятки, на голову. Рука идет сразу же на него, плечо наваливается на захват. Довернулся, ножки кинул, бам-бам. Ручка попалась. Сейчас, тут вариант, когда ваш противник захватывает и начинает наматывать под себя. Что вы делаете? Он утягивает, вы делаете шаг, прихватываете локоток и идете в кувырочек, обязательно вперед винтом. Видите, вперед. Оп. И то же самое. Еще раз, прихватываю ручки, локти под себя прижал, иду на плечо, вперед. Так.
Удар. Удар. Более опасный вариант для него. Тыкаю головой в пол. Важно бить! Вперед обязательно должна быть составлять. Еще раз обращаю внимание, может быть винт. Вы становитесь, начинаете задницу закручивать и просто под него залазить. Ему этого и надо. А вы должны пойти, вот по кругу вы пошли, и дальше я иду вперед, вот туда. То есть вот он вас закручивает, вы этой ножкой сделали шаг, на руках повисли, локти убрали, чтобы не втыкаться. И пошли плечом в пол. И очень важно вперед. Еще раз говорите. Пошли, у вас ошибка, вы начинаете здесь вращаться. Все, вы намотали. А вам нужно вот туда. Еще раз. Вперед. Чтобы он через меня перелетал, видно? Теперь тут вариант. Когда человек вас хватает, начинает тянуть назад. Вы перехватываете инициативу и делаете то же самое. Как отрабатывать вначале? Просто скоро держишь, просто стоишь. Стоишь. Я сам ушел и повис. Видно? Вот имитирую, что он меня тащит. Поставил одну ножку. И вторую махом бросаю мимо. Опа! С ногами назад для того, чтобы придать энергию, чтобы я смог его перебросить через себя. Поэтому я выбрасываю ножку. Опа. А дальше то же самое, что и было. Вопрос насчет колена. Куда девается колено, чтобы он не бился? Колено уходит по касательной. Сделать то движение, с чего мы с вами сегодня начали. Чуть подставил. И коленочку я подсидел. И сразу же обратно. Здесь вы, перебрасывая через себя, уже не должны заматываться к нему. Дума! Он летит, а вы максимум вот в таком положении на такую остаете. Сюда вы не закатываете. Вы уже сразу же в обратную сторону. Дальше вам не по пути. Тише! Акцент здесь на то, что вы являетесь препятствием у него на пути. То есть вы должны быть камнем, через который он переваливается. Поэтому если вы оставляете обе ноги здесь, то препятствия нет. Видно? Мне приходится здесь вращаться, и он меня может удерживать. И сверху лечь. Для того, чтобы я стал у него в камне, для этого вы ножки убираете под себя. Видно? Вот теперь у него такое высокое-высокое препятствие, через которое вы будете летать. Поэтому наматывайтесь под него. И как бы вы должны стать на его пути вот таким вот камнем. И потом чуть через себя перебросить. Подматываться. И инерцию теряете. Постарайтесь не терять инерцию. Даже если вы делаете без ног, просто требует гораздо большего мастерства от вас. Вы тогда не должны потерять инерцию. Можно поначалу попробовать с коляской, чтобы вы делали, чтобы не повисли. А потом вы уже станете большими мастерами, сможете делать на прямых ногах.
Здесь тот же самый, более опасный вариант. Ух, пышка. Я убрал, но на самом деле не убираю. Она стоит. И сейчас еще один вариант на дышащий сзади. Один тренируется снятие часового. Вы подходите, наносите удар коленом и подтягиваете на себя. Нет. Голова, плечи делает плечо. Ой. Плечом открываю голову. Натягиваю голову, то есть шею натягиваю на мою руку. И сам ушел. Второй. Работа освобождения. Для того, чтобы это делать, человек, который душит, должен быть как можно ближе и плотнее. Для того, чтобы затрачивать минимум усилий. Можно и так, но усилий гораздо больше. То есть обычно человек очень плотно. Как хочешь. Раз. Это его ошибка, что у него здесь голова. Видно? Либо делайте уже только назад, дашь, потому что я лежал. Сама начала, дашь. Вот, видите, то есть, когда я просто его сбросить не могу, я головой подлез, либо дальше сбрасываю. Либо уже здесь вот глазик нащупали, работайте на глазик. Чтобы вы просто не растерялись, чтобы вы можете оказаться и в таком положении. Единственное, то, что душит, еще раз посмотрите, плечо должно упираться в мою макушку. Посмотрите. Видно, то есть очень плотненько здесь. Плечиком навстречу, ручки под себя. Чем плотнее, тем лучше. Обхват сзади. Первый вариант. Упираясь себе в бедра. Принцип домкрата. Для того, чтобы это сделать, вы должны очень хорошо почувствовать опору в своих ногах. То есть я отталкиваюсь от бедра и проворачиваю ручку. Создаю небольшое окошечко, буквально сантиметр недостаточно. Дальше, смотрите, плечи идут вверх, а сам я выхожу вниз. И дальше знакомое вам движение. Еще раз, смотрите. Чуть-чуть увеличился за счет отталкивания и проворот. Плечики вверх, сам вниз. Ножку зафиксировал. И дальше руки. Дальше вот уже сам. Вот. То есть похоже на обхват за шею. Важно выйти. Увеличился. Раз. Второй вариант. Качнул его в одну, подсел, а сбрасываю в обратно. Клин. По клину качнул в одну, подсел. Сбрасываю в другую. Три вектора. Раз, вниз, второй, в сторону третий. Поехали. Внимание обратите. Когда вы делаете шаг, то ваша сила должна передаться на него, правильно? Передаться на него, если я сделаю вот так. Челюсть теперь буду его тянуть. Спиной. А что туда сразу его спиной не потянуть? Ногами. Как бы вы толкали машину? Под каким углом бы тело вас находило? Правильно. Вот вы ножку первую переставили, чтобы вам было удобно. Чуть-чуть наклонились. Небольшой, первый, совсем маленький шаг. Мне нужно его качнуть. Только он пошел, подседает, он думает, что я сюда же буду бросать. Я под 90 градусов. Еще раз, смотрите. Чуть-чуть наклон, чтобы было удобно тащить. Чуть-чуть переставил ножку, чтобы было удобно ей толкаться. Раз, небольшой шаг. Подсед загрузил немножко. И сбрасывал под 90 градусов. На первом варианте хорошо упереться в себя. Вы как бы от себя отталкиваете. И проворот ручками, чтобы у вас плечи и локти выходили вперед. Вышли, окошко образовалось здесь. Он напряжен, и вы напряжены. Теперь у вас плечи, вы расслабляетесь, у него какое-то время остается такой контур. И вы в это время выскальзываете вниз. Опа. Единственное, чтобы он не мог душить, вы фиксируете рукой,
И чтоб не мог шагать, фиксируйте ногой. И теперь то же самое. Точка опоры, чтобы он не мог шагать, на 180 градусов, вниз и в сторону. Сейчас, давайте, то есть у вас будет время какое-то там позадавать вопросы, какие там захваты, может, какие-то сложные, там, против ударов, там, нож и так далее. Вначале давайте, я просто в качестве показа залом руки за спину. Мы заламываем. Метод. Он не умеет. Вначале как заламывать, смотрите, берете диагональной рукой, его плечо. Вторая рука идет в локтевой сгиб. Вам нужна точка на его плече и точка на его предплечье. Подворачивая, вы начинаете плечом соскальзывать на кисть. То есть вам нужно его кисть подвести к его плечу. Важно, что еще раз, смотрите, две точки. Раз и два. И теперь плечом наваливаетесь, соскальзывая локтем к его кисти и наваливаетесь к его плечу. Раз. Первый вариант. Смотрите, что я делаю? Доворачиваюсь тазом. И за счет этого у меня появляется степень свободы руки. Вышел, вернулся. Вышел, вернулся. Раз. И теперь за локоток его под себя. Раз. Если зафиксирована кисть, то есть он мне делает болевой на кисть, я локтем имитирую удар, а сам локтем падаю к себе в пятку. Дальше. Дорабатываю. Если фиксируется раз и два шагочка. Освободил гортань, зашагиваю за него. Сначала удар, зашагиваю и разворачиваю. За счет зашага разворачиваю ручку в разную сторону и потом пара. Вопросы давайте. Поэтому этот момент уже показали. Я не знаю, может, у меня был потенциал. Мы показали, где это сейчас положение, а потом давай. Мне кажется, что он ударит, я позитивно не беру. Не, она фиксируется, наверное, на бой. Когда вас бьют по ноге, у вас мысль не о том, чтобы инстинктивно ее оттернуть, а о том, что там очень-очень неприятно. Какое-то время вы думали о том, что больно. Если бы я ее выбивал, она бы могла улетать назад. За счет того, что движение идет сверху вниз, то я его впечатываю в пол. И человек инстинктивно думает о том, как здесь неприятно, забывая о том, что он держал. И в этот момент вы выходите из окна. А если две руки так вот сделали? Ну, вдвоем, в смысле, сломали. Да, конечно, даже если вас съели, у вас есть минимум два года. А как против боевых собак сейчас? Ротвейлер и бутербродер? Что в целом? Каким образом? Надо брать слабые места собак. Куда его хватать? Брюшная отверстие, брюшная полость, паф, нос. Да, сама вот эта часть носа слабая. То есть вообще глаза там сложно давить, уши можно работать. В основном это нос. Ну, как их можно смещать, хотя он сейчас уже подвижен. У меня был случай, когда большая собака напала, я в нос ударил, он успел в этот момент машину. Ну, нос это больная часть. Очень большая. Сама часть этого отышки уже не хватает. Это был медведь. Большая собака, пошутил 15. Гималайский. В основном, если сбоку и сзади, если вы от кого-то оттаскиваете, вот это бах, и прям хватает, и вы прямо бьете и скручиваете.